Всем привет, с вами я Макс, и сегодня я буду играть в очередную игру из топа Google Play Store Don't N Beat. Значит, так, начнем. Я уже собрал здесь ежедневный бонус, разобрался хоть немного, что за игра. Так, это что? А, это за рекламу. Просмотр здесь дают какие-то определенные бонусы. Есть магазин, в котором можно покупать всякие безделушки. Ладно, идем. Зачем здесь наушники, не совсем понятно. Игра никак с этим не связана. Ну, начинай. Так, возможно, здесь музыка главная. Оу. Или как-то надо себя чувствовать музыкально. Так. Оу. Реакция здесь нужна очень большая в этой игре. Ну, это совсем нелегко. Как может показаться сразу. Первые разы я, конечно, умирал тут раз 5, наверное. Ну, а, здесь обязательно еще надо последнюю стукнуться. Или нет? Погнали. Так, так, так. Хорошо, пока все идет. Ох. Ну, ошибка. Ну, не знаю, это очень сложно, конечно, здесь сделать. Здесь надо заучить каждую тычку. Каждое нажатие или как. Ну, часто что неправильно. Что им не понравилось в этой игре. Оп. Да. Надеюсь, она не вся состоит из... Блин! Ну просто пропустил одну и все. Как же здесь вообще? Уже раздражать начинает. Нет, конечно, это хорошо, наверное, для кого-то, что так сложно. Не слишком легко, но... Для большинства людей сложность это скорее минус, чем, ну, естественно, чем плюс. Так, берем. Я все равно ведь все соберу. Да ёп, я не знаю, так туплю. Еще немного хочу спать, возможно, из-за этого. Ладно. На хотя бы пару миссий пройти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Она когда-то закончится или нет? Или здесь все вот это вот будет однообразно вот так вот? А, здесь, видимо, до конца надо дойти. Здесь нет конца. О! Аптечка. Ага. Здесь надо побивать свои же рекорды, я так понял. Ну да, это бесконечная игра. Нет. Сколько у меня? Последняя аптечка осталась. Ладно, потратим. Будем играть с самого конца. Ох! Ну все, больше нет аптечек. 20 аптечек. Это закупиться, наверное. Ну и какой здесь максимальный уровень? Или его здесь нет? 3 часа игрового пакета? Это как? То здесь еще оно, то есть покупать надо что-то, пакеты игровые какие-то. Ничего я не буду покупать. Игра бесплатная, и это у нее плюс. Здесь надо запоминать 3 раза всегда. Так. Раз, два, три. Ох. На третий раз надо, точнее, на четвертый раз надо уже помедленнее. Так. Два, три. О, да сколько можно-то, капец? Как тут, я не знаю, на смартфоне может это полегче, на эмуляторе не так уж и легко сделать. Еще не взял какую-то фигню, я даже... Да. Вот так.
Ну, я почти всю игру сейчас прошел. Нервы убивать, напоминает чем-то игре Birth, если кто знает ее. Очень тоже бесячая игра была, но там хотя бы концовка какая-то была, 1000 набираешь. И типа все. Здесь же вообще непонятно, есть концовка или нет. Ох, с ума можно сойти так. Нет, ну если расслабиться, надо расслабоне играть, наверное, интересно будет. Но у меня игра, считаю, что должна захватывать в первую очередь. Хотя, конечно, эмоции вызывает. И не маленькие такие. Ошибиться не хочешь. Ох, ни хрена себе. Сейчас я засмотрелся вообще не туда. Продолжить X20, это как? Ежедневные награды. Ох, это было тяжело. А, вон здесь жизни, то есть еще есть. Ну, сколько можно? А, нет, лучше я сначала начну. Хочу начать сначала. О, новый уровень. И что дает? Я уже убрал рекламу за счет того, что отключил интернет. Это намного проще. Потому что мне пришлось начинать сначала. Ну, я минуты 3, наверное, здесь поиграл. И у меня высветилась реклама первая уже. А ее видео не хочу, чтобы она маячила. То есть я считаю, рекламу должны показывать только за то, что за какие-то бонусы, например. Но никак не за то, что ты умер. Ну и что? Вот, бесплатно здесь. Что будет, если нажать? Хм. Непонятно. Ну. А, ну нифига себе, здесь надо ждать еще, охренеть, это что за фигня-то вообще получается такая, получить бесплатно, то есть здесь обязательно надо включить рекламу. Хм. Загрузка. Это что? Ну тут все, по идее, можно получить бесплатно, но нет. Это вообще не вариант. Это что? А это можно начать? Ага. Ну хоть так. А, то есть, ну хоть цвета можно, хотя тут, наверное, тоже можно сдохнуть. Или это обучение просто, что тут вообще совсем легко. Да, похоже больше на обучение, нежели на игру. О! Нет, это не обучение. Тут уж слишком все быстро. А, вот синие. Получается. Здесь, видимо, как две игры идет. А. Ну. Да блин, опять я нажал, и эта же реклама нужна. Ну-ка. Начинай. Не начать, да? И что? Здесь начать. Только. Ладно. Это я смогу начать хотя бы? Нет. Это тоже нет. Реклама тут нужна, да? Пробовать. Хм. Ну все, короче, эта игра недостойна внимания вообще, если только взломать ее, разве что. Еще можно попробовать. Вот так. Загрузка. Не, здесь только тыкать. Все, можете не качать эту игру, если не готовы платить взломанную версию. Ну, можно, но, блин, вирус себе какой-то, если не хотите закачать, то, наверное, и не стоит. Сейчас я тут посижу еще, потыкаю, может, что-то и найду интересное. Но это вряд ли. Не. Никак. Ну, уровней здесь, походу, очень много. Музыкальных всяких. Но смысла от них нет, так как вы все равно не сможете в них поиграть. Или будете смотреть рекламу каждые 10 секунд. Оно вам надо, пожалуйста, играйте.
перезапустить может игру. А что, кстати, будет, если ее перезапустить? Так, сейчас я ее... Ой. Сейчас я ее закрою. Попробую. И запущу заново. Что же она даст? Смогу ли я еще поиграть или нет? Да, ну и название компании, конечно. Музыкальная игра. Ну, не сказал бы, что там сильно музыка на что-то влияет. Получить. Начинай. Ну, вообще игра... О, можно, нифига. Ну вот, можно просто выходить из нее и запускать, похоже. Ну, она вообще интересная, конечно, но вот это вот полностью убило в меня желание играть. Ее монетизация. Ее жизни. Так, так. Да, она научится. Ну, я слышу, там музыка-то так не совсем плохая. Но и не сказать, что сильно прям интересная. Музыкальная. Ну, может, люди старались, писали, наверное, музыку. Да, ошибка чуть-чуть. Все, сейчас больше нельзя, да? Ну, я вот не хочу тратить вот эти жизни, может. А еще раз. Все, нельзя. Еще раз. Нельзя. Так, назад. Тоже нельзя. Ничего нельзя. А, вот. Восстановил. А, вот здесь восстанавливаются за какое-то время вот эти жизни. Здесь не надо ждать. А интересно, если время пропустить, оно восстановится больше или нет? Кстати, по-любому, наверное, восстановится, потому что к серверу игра не привязана. Раз я отключил интернет, и она играет. Сейчас я это попробую сделать. Вот сколько у меня получается жизней сразу. Пакеты 3 часа игрового времени. Вот 0 из 15. За час вот сколько здесь восстановится. Сейчас я изменю время. Так. Больше приложений, настройки Android, дата и время. Ой. Что за фигня? Это что за время такое ужасное? Я вообще что-то... А, это минуты? Ну, капец. А часы-то как поменять? Да, это бред какой-то вообще. А, может вот так вот. А, вот часы, дни, все, понял теперь. Нет, не меняется нифига. Ну-ка, 59, ок. ДППП, что за ДП? А, во. Ну вот, иногда меняется время, иногда нет. Не понять. Во, нормально. Да, можно просто пропускать время и играть. Отлично. Ну хоть так. Так бы эта игра вообще мертвая была просто. Ну за час, в принципе, полностью восстанавливается. Может даже за полчаса, но там час пропустить проще даже, чем пол. Так. Музычка-то приятная, кстати говоря. Ой, нажал. Не хочу я ничего тратить. Достали вы меня уже. Ой, бесплатно что-то там было. Может, я не хочу бесплатно играть. Так, надо сейчас другой режим попробовать сыграть будет. Сейчас умру. И посмотрю другой режимчик какой-нибудь. Хотя тут, чтобы его открыть, надо набрать уровень. Ох. Ой, блин. Все такое красное, аж глаза больно. Да ну нахер такой цвет делать. Так ярко. Ну что за счастливый. Давай, крутись. О, здесь еще и реклама нужна, чтобы просто крутануть какую-то фигню. Ладно, у нас есть такое управление, как...
пропуск времени, так что мы, считай, боссы этой игры. Мы ее сломали. Взлом. Да почти все игры, конечно, так взламываются на ежедневные бонусы, но вот это... У меня как-то даже ММОшка какая-то взломалась так. Не помню точно ее название, это давно уже было, но... Я там за день получил максимальный уровень 100 и построил себе город как... Покруче Москвы. Угу. Ладно, следующий режим пробуем. Я хочу сейчас все режимы посмотреть. Ой, ну ладно, еще разок. Блин, ну тут щелкать надо как-то вовремя вообще. Даже не в самой игре, а после нее. Ладно, ладно. Я тебя победю, игра. Ну, выиграй этот матч. Да, игра, кстати, заметил, захватила меня немного. Поначалу-то казалось слишком сложное говно, а сейчас вроде как-то приноровился уже. Только сейчас цвет, если опять на красный поменять... О, нифига, я что, прошел только что уровень? А нет, значит, они конечные. Офигеть. Красиво. Ну да, с музыкой-то, конечно, это поприятнее. И без музыки нормально. Новый уровень. Нифига себе. Видимо, первый бесконечный, второй конечный. О нет, только не красный. Ненавижу красные. Да ёп. Что будет этот-то конечный? Нет, я его сейчас пропущу, этот уровень. Посмотрю другой. Мне вообще цвет, ну, можно сказать, что я специально сдох. Ладно, какие там еще последние есть самые. Вот это я могу запустить? А, нет, это за какие-то... А, вот этих 500 надо, да? Получается. Ну, это пропускать, если время они откроются. Можно, конечно, бесплатно открыть, но рекламу надо будет посмотреть все равно онлайн. Ой. Бесплатная алмаза. Только не начинай. Ну ладно, попробую вот эту. И, наверное, на сегодня все. О. Вау, нифига. Ух ты. Здесь, то есть, еще и разные уровни, не только такие. Ну ладно, тогда это... Хорошо. Тогда это здорово. Это вообще отличная игра. Я думал, они просто однообразные все. Ох! Сложно, но интересно. Кстати говоря, нифига себе. Я такого не ожидал. Ладно, как открыть мне? Ну-ка, пропущу-ка я еще время. Ой. Ой. Так. Сколько тут... Что за фигня? Дата и время. Время 7. 8. Не-не-не-не-не, мне 8 надо часов. Что-то изменилось тут или нет? Да нет, только жизни дали. Ну, видимо, алмазы получить не так уж и легко здесь, кстати говоря. Ну-ка, этот уровень. Я разве не его запускал сейчас? Ладно, поиграюсь. Может быть, пройду, так дадут алмазов. Я их уже хочу получить. А, понял, то есть здесь отлично, только надо нажимать, только тогда ты сможешь вот эти штучки взять. Угу. Да. Сложно, конечно, играть и говорить одновременно. Блин!
Это капец, это как тут мост должен работать быстро? Да, на реакцию, все на реакцию построено. Уа-а-а. Ну, ох, как обалдеть. Ты чё в это-то перешло? Не, все равно 144 алмаза. Ну, значит, только через рекламу они получаются. Или, ну, может... А, нет, то вот уровень дали. Ну, здесь очень долго так набирать, конечно. Ну, ладно, сами смотрите, может, вам понравится. Ну, вот еще разок сыграю, и все на сегодня уже хватит. Да, игра определенно должна вам понравиться. Зайти. Воу-воу-воу-воу. Поначалу-то это довольно легко, а вот потом уже все сложнее и сложнее. Ну почему отлично-то не пишет? Еще если стараться брать эти бонусы странные, которые я не знаю, что дают. Вот эти плюшки. Вот. Возможно, когда нажимаешь отлично, это еще тебе идут плюс какой-то к алмазам. Ой, 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 не, тут, конечно, так сложно очень, невозможно пройти. Ну ладно, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, если не сложно, ставьте лайки.